что вы делаете? И что вы делаете? Сколько надо бить? 150. И что вы делаете? Это только до 15 минут. Пишите админам репорты. 500-500 митинги? А, то есть вы сотрудник... На каком основании вы меня задержали? На митинге, то... И меня тоже задержали. Хотя я ничего не писал. А кто? Ну а я нахожусь на территории... Я что-то митингую, я просто стою, смотрю. Максим дал. Вы мне объясните, на каком основании вы меня вяжете? Чё ты молчишь? А мы ж тут никак не пройдём, нас через забор никак не переета. Изи. Эдвард, на каком основании вы меня вяжете? Я сейчас просто вот я заскриню, я напишу, он меня садит. Просто на НРП сейчас он меня посадит. Я это заскриню сейчас. В смысле покинуть территорию? Какую территорию? Стоять, что ли, нельзя, не пойму. Давай типу подваливать. Хайден такой здесь сейчас в Мальборо уйдет. Митинг пишем, прописываем постоянно митинг. Да не надо, зачем? Ну мы же можем не одну шпетицию собрать. Он меня один. У меня один бежит. 530-й, 530-й. Хочешь прикол? Садись в машину. Чё? 530. Я говорю, Клоу, всё, уходишь из митинга. Он говорит, да? Я бы сказал, то, что вы в ЦБ будете, ну, я губернатор, я промолчу. 530, он мне один выдает все. Вова, сейчас митинг будет, наверное, я бы сказал, что вы в ЦБ будете, но я губернатор. А как они меня через забор будут сейчас переводить? Это ж Багаюз. 530, он меня один везет. Рэп 530 на НРП. 5-3-0. Напиши Антону в ФБ. Да, Антону ФБ ничего не видно. Я захожу. 530 или... Да. Там огонь, стрельбу кто-то открыл, слышишь? По митингу. Сейчас говорю, сейчас сделаем рестарт, чтобы было по 1000 платов. Ёбнутый, что ли? Я не могу на сервер зайти. А, блядь, опять видос снимать, что у меня всё зависит. Изи, Багаюз. Подожди, сейчас рестарт будет? Ну? А митинг, блядь, у нас, А у меня сервер лёг. А, нет, не лёг. Мне тоже. Вы напишите 530, что вообще сам. Я написал админный номер. Что я начал? Ты вы гоните, что ли? Да забей, не РП. Ой, боже, по-братски, вот можешь просто не начинать? Как будто ты не знаешь всей сути, что ты говоришь. Если я начну, будет хуже, понимаешь? А ты кто-то вообще? Ты... А ты, я спрашиваю тебя, ты кто? Че? Глянем, Гэшет пишет 520-й. Ну это МБГ, мой ИД. Максим Кадаудов, ну НРП. Багаюз ему сейчас через забор, кого у меня снимает, никак. Кого? Понятно. Бля. Окей, родные, окей. Да я сейчас отправлю админ. Меня да, через. Давай, слышь, блядь. Вы чё мразите? Давайте этим, блядь, войну кому-нибудь постреляемся. Да просто, ты что-то несёшь вообще? Я сейчас к вам зайду позже, подожди. Поговорим. И меня перекинь, Макс. Мне просто вообще не сними, сказать зайти. Подписывай митинг пишем. Да, вы че? Подписывайтесь, сиди. Уже зарегистрирован на митинге. Вот, опа, подваливай. Че, сука, за пиздец, блядь? Блядь, надо... А ну как бы открой дверь, ой, как ты, блядь. Ярик. Сейчас, короче, они поедут, сразу диглы достаем и убиваем. Он меня накалил.
Позови. Смотри, пойдем со мной, пойдем. Пойдем со мной. Позови Саню. Позови Саню. Вот, смотри. Видишь? Вот, перед тобой стоит. Вот, бегает. Рома, позови кого-нибудь за мину. Вот. Офается, смотри. Сейчас офнется. Позови чудес. Сейчас, родной, ты тоже получишь. Сейчас, у меня есть видеозапись. Я сейчас на челиков еще жалобу напишу. А что случилось-то, просто ну что ты? А, вот, вышел. Оскорбили? Хулиганство, я просто стоял. 4 звезды дал. Хейден у Конера. Максим, кикай вас, по-моему, меня тупо вяжет. Кикай вас, по-моему. Хейден, да, кик. Пока не надо, потом. Да. Хейден, выкидывай его нахуй. А где вы все, пацаны, здесь? Меня менты повязали. Просто, ебать, животное тупое, нахуй. Меня качает, чёс. Участников 35, количество 24 целого часа. А, ну смысл тут уже стоять? Чё, всё, разъезжаемся? У меня, если что, у меня ничего нет. Инв, ресурсы, ничего нет. Окей. Сколько сидеть? У меня вообще не меня посадили, я сейчас на форум буду писать на ментов.